работаем в самой продвинутой финтех-компании страны, а другие нам завидуют. И пусть некоторые думают, что мы просто иконка на экране смартфона, у нас есть душа, и она большая, как Россия. Это Екатеринбург, город у подножья Уральских гор. Покорять вершины здесь – будничное дело. Именами гор в нашем офисе названы переговорки. Ямантау. Уктус. Монорага. А это Ростов-на-Дону. Столица юга. Здесь много солнца. В офисе Тиньков любят обниматься и принимать гостей. Приезжайте на наши летние корпоративы у озера. А те, кто приедет в четверг? Еще и шаурмой в офисе накормим. Шаверму. В Петербурге дни с солнцем наперечет. Но мы растем в его отсутствии. За этот год нас стало вдвое больше. Центров разработки Тиньков в этом году стало уже 19. Вот новый. В Перми. Самом близком городе к счастью. Каждую неделю играем на столке. Налаживаем командную работу. Ну теперь наш ход. Бросаем кубики. Составляют конкуренцию в настольные игры сотрудники еще одного нового центра разработки из Томска и опытные коллеги из Воронежа, колыбели российского флота. Устроим сражение городов в настольные игры. Но на самом деле сотрудников ТЦР гораздо больше. Сотни человек от Калининграда до Иркутска трудятся в виртуальном центре разработки. В Минске работает единственный зарубежный ТЦР. Здесь предпочитают ездить не в, а на офис. Сердечно запрошаем на чай с клюквой в сахаре. Накормим драниками в легендарных васильках. В казанском офисе гостей встречают чак-чаком, а новых сотрудников съемкой тиктоков. Провожают у нас фразой «Приходи еще!» Так каждый вечер делают наши чаты. Это Рязань. Город, где хулиганскую юность провел Сергей Есенин. Теперь хулиганят разработчики Тинькофф. Краснодар. Кубанских казаков здесь заменили кубанские разработчики. По выходным мы выходим с коллективом в город гулять по Красной, нашей центральной улице. А это уже Самара, родина «Жигулей». Жигулевского пива. Приезжайте, угостим. Светлая и темная. В офисе самарского Тиньков это прозвище переговорок, а не то, что вы подумали. Просто в одной из них нет окон. Новосибирские разработчики трудятся в условиях морозов, согреваются на выходных дегустациями. Сомелье Олег, наш личный лайфстайл-консультант. Ижевск – родина автомата Калашникова и бурановских бабушек. Здесь любят собраться вместе и приготовить вкусный шашлык. А гостей мы угощаем горячими перепечами. В Нижегородском центре разработки на Масленицу ежегодно пекут горы блинов. Приезжайте, накормим. Но будьте готовы постоять в планке вместе с нами. Челябинск слывет городом суровым, но офис Тиньков это опровергает. Каждую среду здесь совместные обеды. А еще летом мы очень любим отдыхать на озерах. А мы зимой после работы катаемся на сноуборде и лыжах. Олимпийские традиции продолжают сотрудники Тиньков в Сочи. Здесь от офиса рукой подать до заснеженных склонов, другой рукой до моря, живущих по всей крупнейшей в мире стране и даже за ее пределами нас объединил Тиньков. Тиньков – самая дружная компания –